впервые прошел концерт в формате онлайн. Зрительный зал пуст, лайки и комментарии от подписчиков – лучшая награда для артистов. Владимир Веницкий, директор Дома культуры, тоже на сцене. Решение не отменять праздничный концерт принимали вместе. Мы посчитали своим долгом сегодня прийти, соблюдая все меры предосторожности. Вы видите, вот я в маске, люди пели без масок, но там меняли микрофоны, у каждого был свой персональный микрофон. Все было выдержано в рамках безопасности. Номеров все на одном дыхании. Песни военных лет известные каждому. Только в этот раз зрители подпевали артистам у экранов, телефонов и планшетов. Закончилась война, и мы стареем годом года. Все тяжелее ордена, и раны ноют на погоду. Единственный зритель – звукорежиссер Александр Воровин. Точными движениями он отстраивает звук, и песня летит в интернет. Всем, кто пережил войну, кто воевал, их уже осталось очень мало, люди, которые были на трудовом фронте, дети войны, узники войны, я им желаю прежде всего здоровья, особенно в такое трудное время для нас, прежде всего здоровья, ну и, конечно, радости и счастья от своих близких, чтобы их не забывали, чтобы они всегда были необходимы, востребованы. В финале артисты вышли на сцену и вместе исполнили самую главную песню праздника Победы. «Дистанция и маски» – обязательное условие массового номера. Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».